Всем здорово, всем привет. Ну что ж, давайте проверим оригинальный лаунч, а также надо привязки ключей к такой машинке, как Dodge. Приехал к нам сегодня Dodge, модель Ram 1500, вот, значит, 2012 года рождения. Будем подключаться к самому Dodge. Единственное, что я скажу, к сожалению, к огромному сожалению, ни сам лаунч, ни смарт-сейф не смогли выдрать из него пин-код. С пин-кодом для этого автомобиля, в общем-то, пришлось использовать такую волшебную вещь, как абрикос. Лаунч вычитать пин-код не смог никаким макаром. В общем-то, благо оказался ФВД-шка под рукой, выдрал пина. Открываем, значит, сам лаунч, выбираем, значит, записать новый ключ. Оно нас постоянно предупреждает о том, что не разбираетесь, нефиг нажимать кнопки. Если нажимаете, все под вашу совесть и ответственность. Ключики у нас типа рыбки, то есть без жала, но внутри стоит один обычный транспондер. Вот она у нас попросила пин-код, как я уже говорил ранее, лаунч отказался его выдрать никакими путями, никакими методами. Выдрать пин-код с помощью лаунча не удалось. Ни с помощью смарт-сейва, ни с помощью лаунча. Но что самое прикольное, ФВДИ не смог положить ключа. Но пин-код вычитал отлично. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что одного сканера универсального не бывает. Как видите, ФВДИ помог нам с тем, чтобы выдрать пин-код, а лаунчем, оригиналом ключ прописался. На отломе лаунча, на, скажем так, программном отломе, к огромному сожалению, в общем-то, прописать, использовать этот пин-код тоже не удалось. Он писал, что работа сделана отлично, ключ прописан, но по результату, увы и ах, к огромному сожалению, толку это никакого не дало. Вот, как видите, машинка завелась, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте свои лайкосы, а внизу в комментариях пишите свое мнение и что вы хотели бы увидеть у нас на канале, также в ближайшее время.